Я хочу сказать спасибо. Почему? У нас 11 марта очень страшное землетрясение было. Но потом дирижер Григорсан позвонил мне. И для нас очень приятно, и как душевый концерт он хотел делать. И я согласна, я сразу летала сюда. Я, как сказать, все японские люди тоже, если узнать такой концерт, они, наверное, слезы будут. Спасибо. «11 марта у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 9 баллов. В результате этого сильнейшего в истории страны землетрясения последовало цунами, снося все на своем пути – дороги, мосты, здания, автомобили, людей». Число погибших превысило 15 тысяч человек. Пропавшими без вести в 6 японских префектурах числится более 12 тысяч человек. Пострадавшим от землетрясения и цунами в Японии посвящается. На сцене лауреат международного конкурса «Оркестр русских народных инструментов «Дон», художественный руководитель и дирижер, заслуженный деятель искусств России, профессор Крикор Хурдаян. Все мы дети планеты Земля. Миллиарды человеческих лиц разделены на города, страны, континенты. Между нами моря и океаны. Но добро не знает границ.
На сцену приглашаются руководитель отдела по культуре Ростовской епархии протоиерей Даниил Азизов и настоятель церкви Святого Карапета священник Терто Девос. Дорогие друзья, я хотел бы сказать, что вот трагедия, которую мы сегодня вспоминаем, которой прикован был весь мир, это трагедия не одной нации, это трагедия всех нас. Но какой я пример и урок получил от того, что я видел по телевизору? Нам часто с вами рассказывают, что такое человеческие, общечеловеческие ценности. Те ценности, о которых говорит и христианство, и другие мировые религии. И японцы показали подлинный пример, как нужно себя вести в подобных ситуациях. Я думаю, что каждому из нас есть возможность сказать этой нации спасибо за то, что они показали нам пример подлинных истинных ценностей, не на словах, а на деле, потому что когда у них случилась эта трагедия и беда, они сумели подставить свое плечо рядом стоящему человеку, соседу или просто незнакомому человеку. Это, наверное, самое главное, самое яркое, что можно было увидеть. И мы благодарны Богу за то, что по благословению святейшего патриарха Кирилла в каждом храме мы смогли собрать средства для Японии, но это не самое главное. А самое главное то, что мы смогли поучаствовать молитвой, а значит и иметь какую-то причастность к этому народу. И неважно, христиане они были или буддисты. И очень много было разных религий. Это был один Божий народ, за который мы молились и за который мы молимся сегодня. Дорогие друзья, армяне жили трагедия. Вы знаете, что в 2015 году, когда был геноцид, и недавно мы отмечаем 20 лет землетрясения в Спитаке в Армении. Армяне жили вот этой трагедии, как наши японцы потеряли 27 тысяч, так и мы потеряли. Почти 25-27 тысяч армяне потеряли землетрясение. Мы знаем, это какое горе. Из этого горя никто не защищен, и никого нету гарантии. Но все мы живем в земле, в шаре. И мы должны всегда поддерживать друг друга, помогать друг другу и молиться. Как в Русской Православной Церкви, так и у нас в церкви, в Армении, всего мира, где были армянские апостоли церкви, везде были молитвы. Мы молились за души людей, которые погибли в эти дни. И мы всегда, когда мы вспоминаем наш геноцид или землетрясение, мы молимся Богу, чтобы Бог больше не дал такие землетрясения, цунами, чтобы каждый народ жил в своей стране миром. С благословением Богом. Спасибо. Дорогие друзья, наш сегодняшний концерт, наверное, был бы неполный, если бы я вам сейчас не представил нашу гостью. К нам специально приехала удивительная женщина, женщина, которая... Когда узнала о том, что готовится такой концерт, она сказала, я приеду, несмотря ни на какие трудности. И вот сегодня у нас здесь, как мы ее с любовью называем, Кайоко-сан, Кайоко Амано, меццо-сопрано из Токио, Япония. Встречайте! Кайоко сейчас вам споет песню
о том, как у девочки погиб брат, она перелистывает альбом, видит его фотографию, и ей не верится, неужели уже нет этого близкого человека. Пьеса так и называется «Слезы». Она будет на японском языке петь, но я думаю, вы все поймете. Родной мой брат, ты остались только фото, ты мой фото, как я хочу с тобой встретить. Помоги мне, смотри меня с неба.
Вы знаете, я когда первый раз услышал Каёко, я не мог поверить, что можно так глубоко почувствовать русский романс, русскую народную песню. И хотим мы сейчас исполнить для вас, Каёко-сан для вас споет «Ночь светла». Светла над рекой тихо светит луна и блестит серебром голубая волна. Темный лес так тиши из брудных ветвей звонких песен своих не поет соловей. Милый друг, нежный друг, я как прежде любя, в эту ночь при луне вспоминаю тебя. В эту ночь при луне на чужой стороне, милый друг, нежный друг, помни ты обо мне. Под луной расцвели голубые цветы. Этот цвет голубой, это в сердце мечты. К тебе грёза лечу, твое имя шепчу. При луне в тишине я цветами грущу. Каёко Амано, лауреат международного конкурса. Каёко, пожалуйста. И, конечно же, друзья, наверное, в русской народной песне передана вся эта наша любовь к нашей родине, любовь к нашей планете, любовь к ближнему. И хотим мы исполнить сейчас вам произведение, которое очень трогательно, и настолько оно трогает самые сокровенные наши чувства. О песне, наверное, лучше не говорить, а ее слушать. Поет для вас лауреат Всероссийского первого конкурса имени Рахманинова Олег Крикун. Прошу. Вижу небы.
долины. Знаете, друзья, аргентинский композитор Астор Пьяццолла, наверное, тоже очень прочитал наши чувства, которые нас переполняют. Именно с одной стороны удивительная лирика, трагизм и любовь. Астор Пьяццолла, танго, исполняет для вас лауреат международных конкурсов Алексей Шалыгин. Thank you.
Алексей Шалыгин. Лауреат международного конкурса, солист оркестра «Дон». Дорогие друзья, вот общаясь с Каёко, я спросил, а какие вы любите песни русские? Там она, а мы поем все, ну, знаете, она, как сейчас вы услышите, она будет, наверное, по-русски еще петь. И особенно мы любим «Калинка», мы любим «Катюша». И она начинает петь эти песни на японском языке. Это очень интересно слушать. Но нам хочется сейчас напомнить вам, что действительно эти произведения, русские народные песни, их философия, их глубина, их удивительная лирика и удаль, их удивительное эмоциональное наполнение, философия русской песни, она, ну, доступна всему миру и является флагом русской национальной культуры. Мы сейчас хотим исполнить вам произведение. Забавный случай был в Италии. Подошел как раз перед, уже идет концерт, пожилой итальянец, и попросил: исполните гимн Москвы. Я растерялся, гимн Москвы, ну, думаю, подмосковные вечера, или я шагаю по Москве, ну что же играть? А нельзя, чтобы итальянец через переводчицу, чтобы он запел? И итальянец со своим бельканто сразу же запел. Ля-ля-ли-ля-ля-ля-ля. И понятно. Итак, для вас «Калинка». Исполняет лауреат международных конкурсов Артур Давлетшин.
Артур Давлетшин. Спасибо, дорогие друзья. Ну и, конечно же, вы знаете, весь мир, в общем-то, скорбил и поддерживал японский народ. И мы хотим сейчас исполнить вам Шуберт «Аве Мария», поет для вас лауреат международного конкурса Кира Илонская. Игорь Бабин, Екатерина Головнева. Дорогие друзья, готовится программа «Волшебные флейты» в следующем концертном сезоне. Они очень много интересного вам еще покажут. А сейчас мы хотим исполнить вам произведение
Дело в том, что наша Каёко пела очень часто с оркестром русских народных инструментов России имени Осипова под руководством Николая Николаевича Калинина. И, к сожалению, Калинина тоже сейчас уже не стало, но мы хотим исполнить произведение, которое очень было ему близко и нам близко всех, кого мы хотим вспомнить, пока мы живы, все наши близкие, родные с нами. Куликов, Липа, Вековая. Thank you.
И, конечно же, друзья, я уже говорил, что за русская песня, русская музыка без русской удали, юмора и, конечно же, яркого праздника русской души. Итак, русская народная песня «Коробейники». Я думал, вы уже устали.
А мы как раз только разыгрались. Давайте мы попросим, чтобы Таёка еще одну песню спела. Как вы считаете? Дело в том, что когда мы с ней общались, она сказала, я говорю, у нас есть еще много романсов. Она, а вот хризантемы у вас есть? Ну, знаете, как она по-русски говорит, это цветок нашего императора. И я очень люблю эту песню петь. И давайте дадим возможность Таёке спеть песню самого императора Японии. «Отцвели хризантемы». С вами встретились, ваш любимый куст хризантем расцвел, и в моей грязи расцвело тогда чувство яркое нежной любви. Отцвели давно хризантемы в саду, но любовь все зовет, в моем сердце больно. Пустчали на сад, вас давно уж нет. Я бродю на зим без измучения, и не больнее слезы катятся пред увядшим кустом хризантем. Отцвели уж давно хризантемы в саду, но любовь все зовет, в моем сердце больно. Но любовь все зовет, в моем сердце больно. Дорогие друзья, я хочу пригласить на сцену нашего ведущего. Прежде чем объявить последний номер, нам бы очень хотелось услышать тех людей, которые способствовали тому, чтобы состоялся этот концерт. Концерт памяти. Мы благодарим за помощь и поддержку администрацию Ростовской области, региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия», Toyota Центр Ростов и лично Бармина Валентина Ивановича, Ростов Пассажир Транс Санамов Роберт Гарникович, типография «Аркол», сеть ростовских ресторанов «Рис», областной дом народного творчества и Александра Владимировича Ларионова, канал ТВ-центр, генеральный директор Зарецков Анатолий Петрович и Говорухина Николая Евгеньевича.
Ну и, дорогие друзья, хотелось бы сказать, что русская культура, русская душа везде востребована. И одним из самых популярных, одним из самых любимых композиторов во всем мире это Петр Ильич Чайковский. И мы хотим исполнить сейчас знаменитое ПДД из балета «Щелкунчик».
Дорога в тысячу миль начинается с первого шага. Так сказал когда-то великий китайский мудрец и философ Лао Цзы. Пусть же сегодняшний благотворительный вечер станет началом пути взаимопонимания и взаимопомощи всем, кто живет в нашем доме, имя которому планета Земля. Мы благодарим всех вас, кто пришел сегодня на наш благотворительный вечер. Спасибо, дорогие друзья. Низкий вам поклон. Я думаю, что наши сердца бьются с теми, кто сегодня живет в Японии, кого нет Царства Небесное, а пока мы живы, добро всегда будет побеждать. Всего вам доброго. Добро без границ. Всего доброго. Я Рохтов первый раз приехали. Но какой красивый город. Мне очень нравится. И сейчас самое хорошее время, и очень красивый город, и люди очень хорошие. Я очень-очень люблю Ростов.